Главный переговорщик от ЕС по Брекситу Мишель Барние отреагировал в своем твиттере на результаты голосования в Палате общин. Он отметил, что продолжит консультации по данному вопросу с лидерами ЕС и что намерен обеспечить соблюдение парламентских процедур, не теряя решимости защитить интересы Европейского Союза и выстраивая новые отношения с Великобританией. Это соглашение, к которому мы пришли, регулирует упорядоченное разделение. Это единственно возможный договор, других нет. Председатель Евросовета Дональд Туск написал в своем твиттере: «В ходе консультации перед заседанием Евросовета буду призывать 27 членов ЕС быть готовыми к отсрочке Брексита, если Великобритания сочтет необходимым переосмыслить свою стратегию по выходу из ЕС и достичь в этом вопросе консенсуса».